привет! Вы на канале «Наша жизнь в Америке». New Life is my life. И, как мы и говорили, мы дома покажем, что мы накупили во вторник. Да, накупили в Костко. И до сих пор продолжается, если что. Накупили в Костко и накупили... Ну, в общем, да, сегодня вторник, это и есть вторник. Так, ну давайте начнем с красного рыба. Это вот такая вот рыбка. Мы ее покупаем для того, чтобы делать бутербродики. Батончик или хлебушек с маслом и с этой рыбкой. Так, ну вот так вот я замру. А вы почитаете, посмотрите калории, состав чего из чего сделано. И вот тут еще какие-то вот ингредиенты. Нас просили снимать все, показывать. Ну, ну а здесь, наверное, история этой рыбы. Так вот, чтобы солнце не отвечало. Да, ее, короче, подноготная. Все, рыба уходит. Рыба уходит в садачок. Так, давай сыр. Большой пакет, сейчас уберем его. Так, значит, вот есть такой сыр. Это Monterey Jack Cheese. В общем, вот его, так сказать, составы. Нам он нравится, он хорошо запекается. Его удобно, не надо ни стругать, ничего, взял. И все готово. Но мы любим покупать лучше... Чаще мы берем его, когда он по 2,5 паунда. В нашей, ну, обычной Костке. Да, что он продается... Двумя пакетами, это удобно. Удобнее, да. Так, следующее. Мы покупали два вида бургеров, но красные бургеры мы уже показывали на распаковке, поэтому я думаю, что нет. Да, красный второй раз показывать не будем. Белый этот мы вообще тоже знаем, мы его раньше покупали, нет, но мы же не показывали. Не покупали с вами, да. Они в общем, принципе, похожи. Идентичны, скажем так, только они сделаны из разной рыбы. Да. Вот. Опа, что у нас там войдет? Вот так вот, наверное, видно. Ну и все. И вот так вот можно сделать. Но мы так не делаем. Мы делаем... Маришка делает бургеры детям. Я делаю их к какому-нибудь гарниру. К рису, гарниру, с овощами, да. Гречки там, ну... А сами мы их можем кушать с этим самым... салатом. Мы все салатом. С салатом. Да. Так, сырные палочки. Ну, сырные палочки покажем. Я думаю, мы их не будем открывать. Просто покажем вот эту вот... Как ее? Нет, я открою, покажу, потому что мне... Вот так покажем, а, ну, да? Хотя зачем? А зачем ты хотела открыть и показать? Ну, что они... Это удобно ложить ребенку с собой. Удобно ложить с собой, и иногда просто хочется затащить какую-нибудь сырную палочку. Мы как-то их раньше очень активно покупали. В последнее время мы их покупали редко. И когда они дома все подъелись, всем очень понадобилось. Так. Вот новые этот для нас продукт штуки мы купили мы первый знаем. Раз. Да, мы сами не знаем, что это такое. Будем готовить, пробовать и расскажем, как это на вкус. Пахнет. Пахнет вкусно, дай понюхать. Ой, блин, ну пахнет просто вот... Ну, я думаю, их прям приготовление будет очень быстрое. Типа разогреть на сковороде думаю, или какой-то типа нашей печечки. Давай положим их. Закрылась? Так. Так, значит, вот здесь, наверное, инструкция по приготовлению, если я не ошибаюсь, mm-hmm. Правильно? Правильно, Зак, я говорю, да? Да, здесь как сделать соус, как сделать бургеры. А здесь? О, не отсвечивает, наверное. Вот так, то, что в них входит. А, вот как готовить. Готовятся они, в общем, очень просто, я думаю, да, Маришка? Я не вижу просто через телефон. Там, наверное, какие-то минуты подержать, угу. И будет готово. Но пахнут они прямо сногсшибательно. И их тоже на картинке их позиционируют. А, здесь нету. Это в магазине было. Он позиционировался как между... Для бургера. В бургере, да. Ну, мы будем, я думаю, их делать к гарниру, к салату. Следующим номером нашей программы это наггетсы, которые дети очень любят, которые похожи на чикен наггетс из Макдональд. Вот с ним
ними тоже проблем никаких нет. Их можно делать в СВЧ, их можно сделать в нашем этом типа тостерной печке. Да. И чаще мы делаем их во фритюре. Делаем, потому что если, ну... Ну, вот такие вот наггетсы, они готовы. Их раз-два. Закрывай, покажем с той стороны. В общем, иногда ими можно баловаться. Так, ну вот их составляющие все. А вот как их готовить. Типа или в печи, или в микроволновке. Так. Давай еще вот эту вот фигню посмотрим. Вот этот микс. Опа. Только его надо как-то аккуратно открутить. О, он хитро открывается. В общем, это такой овощной микс. Так, вот я вижу в нем брокколи двух видов, морковку, а что это желтое, я не могу понять. Я думаю, что это, может быть, не, цукини маленькие, кабачки. А мы сейчас узнаем на той стороне. Мы вообще покупаем... Наверное, да. Покупаем немножко другую. А вот написано. Желтая морковка это. Желтая морковка? Прикольно. Вот, короче, что лежит. Всего 30 калорий на порцию. На 100 грамм. Блин, это прекрасно. 98 грамм. Можно лопать. Но мы потом покажем ту, которую мы... У нас есть еще один любимый микс. То есть это вот похожий такой, который похож на наш. Но мы познакомились, как приехали в Америку, с двумя вещами. Это был тот микс овощной и мясные боллы, которые мы вам показывали. Мы их обязательно купим. Жалко, вы не сможете услышать их запах, но тем не менее мы покажем. Зайка, осторожно, не порежься, пожалуйста. Давай я попробую разорвать. Держи, нажми на него. Я нажал. Не нажала. Разорвай. Вот. Так, здесь йогурт. Короче, что у нас тут получается? 6 вот таких йогуртов клубничных, 6 это не черника, а блюбери, голубика и 6 вишневых. Так, ну и давайте посмотрим, что у нас тут по этому йогурту. А может, 80 там? Калорий. Там нету этого факта? Мне кажется, это на коробку. А, вот, да, лучше. Ну ничего, просто зажми и переверни. Опа. Вот так будет удобнее посмотреть, что они из себя представляют. Ну, в общем-то, собственно, и все. Чего там они еще? Вон там еще чего-то. Ну, мы, наверное, его сейчас откроем, покажем, какой он из себя. Держи я ложечку, да? Пока он не перемешан. Типа получается там внизу как бы немножко такое, как варенье, скажем, да? Ну да. Ну? Ну что, ням-ням. Вот такая нямняшка. Что мы еще хотели показать? Сейчас покажем то, что не показали. Так, еще мы словили вот такую рыбу. Значит, вот здесь можно увидеть, сколько вес, сколько за паунд и сколько всего она стоит. Так, ну и вот ее какие-то факты. Вы можете прочитать. 170 грамм, 120 калорий. Прикольно. Ну вот, вот такое чистенькое, готовенькое к готовке филе. Держи, зайка. Так, следующим номером нашей программы брокколи. Что мне нравится в брокколи, что... Ты еще, может, потом вот это кого заинтересует? Конечно, это покажем. Так, ну вот брокколи. Она не калорийная. И вкусная. И в ней много витаминов. Так, брокколи есть. Так. Вот Маришка рекомендует показать, ну... как делаются какие оладьи из этого микса, который мы приобрели. Так, ты его поплющить. А у меня есть. Может, отсюда а вот нет, нормально, у меня законченный практически пакет. Вот,
значит, как готовить, чего готовить. Вот что я... перебивайте, что я про зипрок. А, это вот такой классный. Да, не да. нужно не как такой бы попадать в него. Загонять надо да. в канавку, а он как липа. Ага, да, вот как липа именно. Так, это ну и вот, липа. Что в этой муке есть и что с нее можно съесть. Все, это можно убирать. Ну ладно, ты открой мне хлебушек, пожалуйста. Сейчас, пока Маришка открывает хлебушек, я вам покажу сосисочки. Значит, здесь 18 баночек. Здесь вот такие факты об этих сосисочках. Так. Ну, и что, и что. И могу вам показать, как она прикольно выглядит. Это вот такая вот маленькая баночка. Мне кажется, ты эти сосисочки с Сашей снимал. И Сашка их любит лопать. Он одну баночку съедает, завтрак, обед, ужин. Ну, в смысле, когда ему дают. Не каждый завтрак, обед, обычно, а когда бывает. Так, что у нас с хлебушком? Пока Маришка достает, я вам покажу, как у него тут вот все красиво написано. Из чего он сделан и что в нем содержится. Вы это все можете посмотреть. Так, и вот так вот он замечательно выглядит. Там хлебушек. Да. И пахнет он очень вкусно. Пахнет очень вкусно. На вкус он немножко как бы как чуть-чуть такой... Кисловатый. Нет, я бы хотел сказать о том, что он как сыроватый немножко такой вот кажется. Но он не похож на обычный хлеб. Да. Вот. Его еще можно подсушивать в печечке, тогда это вообще бомба. Так, с хлебушком разобрались. Так, ну, капусту эту открывать не будем. Когда будем кушать, тогда ее и откроем. Ну, в смысле, вы увидите ее тогда, когда у меня тень падает солнцем. Так, вот, значит, что у нас по капусте. Вот. А как она выглядит внешне? Покажем в этот раз. Я все равно ее слопаю. Эксперт по вскрыванию пакетов. Возьми, наверное, ножнички, может, так удобнее будет. Вот такая она замечательная. У нас солнце начало светить. Закрытие. Вот такие абсолютно тоненькие пластины. Ну, кто любит, тот знает. Она очень вкусная, полезная. И нам очень нравится. Вот какая-то такая. Немножко солнца. Следующим номером нашей программы это вот этот вот грызломикс. Назовем его так. Он состоит из разных штучек. А мы покажем эти штучки. Ну да, сейчас мы тут покажем. Так, мы покажем, значит, вот эти вот факты. Факты, факты, факты. Почему бы не показать крупнее, да? Ну, и ингредиенты. Вот единственное штука. Что? Наверное, почему первая упаковка, которую вот с таким чем-то я встречаю без замка. Но если вы не выбрасываете банки от огурцов, сейчас покажу. Вот лайфхак от Маришки. Ну, блин, короче, они классные. Вот я больше всего люблю, наверное, вот эти вот такие вот сеточки. Ну вот у нас и получается, каждый съедает то, что любит, а остальное. Да. Еще я люблю вот эти вот. О, блин, чуть не рассыпался. Давай сюда поставим. И вернемся к банке от огурцов. Вот что можно сделать с простой банкой от огурцов. Они пластиковые. Ну и мне, допустим, очень удобно всякие вот, ну, там, Антошкины нямняшки. Вообще, я говорю, Антошкина больше всего Антоша ест. Плюс какие-то там орехи, которые в больших пакетах пересыпали. Да. Это удобно. Ну, мне, по крайней мере, так удобно. И еще хотим показать вам вот такие орехи. Это не орехи. Не показывали. Нет, эти орехи мы, наверное, не показывали. Как я неудачно. Вот это вот подожди, уже открытим, все. Чтобы покажем вот эти факты. Так. Что у нас порция, кстати?
28 штучек. Блин, я не доедала. 28 грамм. Ну, это 170 калорий. Ну, в общем, если засунуть нос вот туда в пакет, то лучше его потом оттуда не высовывать. Соленые, копченые, миндальные орешки. Мы не помним, показывали мы или не показывали арахис, который покупаем. Арахис просто. Ну, арахис, и в Африке арахис. Но он крупный, может. Да, он крупный, это крупный арахис. Вот такой вот серебристой медалькой. А еще и вакуумная упаковка. Он очень крупный, и по сравнению вот с той синей банкой, что я вам показывал, он... Которую там часто, типа, купи одну. Он в два раза крупнее. Вот. И он, конечно, по вкусу не сравнится с тем арахисом, он гораздо вкуснее. У того привкус какого-то. Какой-то своеобразный. Машинного масла. Я не ела машинное масло и не пила, но вот почему-то у меня создается впечатление такое. Ну, закрывай. И покажем еще вот очень вкусные конфитосы, которые сегодня в Костко были просто по мега цене. Подожди, а почему тут так много? Почему здесь так много всего написано? В чем смысл? Я так понимаю, это... Я не знаю. Факт на каждую конфетку? Наверное. Вот поэтому так это... В общем, их 4 вида. Давай. Надо, ножницы поторопилась убрать. 145 конфеток, как вы видите, в этой упаковке. И, в общем, цена у них очень-очень сладкая, такая же, как и сладенькие эти конфетки. В общем, идет там раз, два, три, и какой я не достала, и просто сводись. Я, наверное, люблю больше всего вот такие. А я все люблю. Ну что, все? Ну, я думаю, да. Это был вот такой... У нас еще остались чипсы, у нас подожди, да. Мы бегим за детками. Не бегим, мы? Бежим. Бегим за детками, а потом будем... доедать с вами чипсы. Да. Побежали. Вот эти замечательные напитки. Вы можете посмотреть. Так, и сейчас покажем, что у нас там. Так, протеиновые батончики. Что в них есть и как они выглядят. Значит, это вот такой батончик, который я вам показал. Вот так он выглядит. И следующий батончик. Вот такой. Со всеми его составляющими. И выглядит он вот так. В общем, мы перешли к самым вредным продуктам. Это чипсы. Так, вот что у нас в этих чипсах. Попробуем покрупнее. Вот так они выглядят. Очень вкусненькие. Так, следующие чипсы — это вот эти. Что-то у нас там изображено. Сейчас посмотрим. Вот такие. Цветная соломка, полая внутри. И остались палочки. Чем-то похожи на кукурузные палочки, только сырные. Так, отсвечивает. О, так не отсвечивает. Обязательно на продуктах пишет, напоминают об аллергии.
Так, что у нас осталось? У нас осталась гречка. Сравните и напишите, как она выглядит у вас. Такая же пачка или нет? Вот здесь вот почему-то наклейка не напечатанная на пачке. Видимость так себе. И еще у нас осталась интересная вещь, которая называется маршмеллоу. Зайка, как бы ты охарактеризовала это? Вкусняш. Давай, скажи. Сейчас я сниму. Так, вот что мы можем показать здесь на пакете. Чтобы было видно хорошо. Ну, такой зефир немножко резиновый. Катаринка, помоги мне открыть. Вот так? Ножнички возьми. А, так? Да? Как-нибудь. Я не хочу поесть маршмеллоу. Окей. Типа... Давай, что ты подержишь, а я разрежу. Подожди. Держи. Оп. Типа, что маршмеллоу? Что маршмеллоу? Подожди, Сашка. Они, наверное, ну, можно, конечно, Сашка. Папа, они уже... Перейдите на ту сторону, пожалуйста, Катаринка. На ту сторону. Катаринка не знает, с чем сравнить. Ну, как нет, ты отпишешь? Нет, я знаю. Зайка, ну ты же, скажем, не ела какие-то белорусские... Нет, ну ты ела, ты не помнишь уже, наверное, просто. Отойди туда, тебе лучше видно будет. Типа, что маршмеллоу? Это такие сквизи. Белые там есть другие светом. Они бывают разноцветные? Да, все. Разноцветные бывают? Да. Угу. И они типа, когда ты ложишь свой йод, я не хочу его кушать. Просто... Разорвать хочешь? Да. Да, вот он вот такой внутри. А еще в кино показывали, что их одевают на палочки. Да. И делают как шашлык, обжаривают. Я не знаю, что получается, мы когда-нибудь они... попробуем. Они еще бьют какой-то кракер, шоколад и маршмеллоу и вместе ложат, и на виноград. Ну, в общем, я думаю, что это получается как зефир в шоколаде. Да. Это называется сморс. А то ж как это по-русски? Сморс. Сморс. Это так и называется. Это так и называется. Мне просто нравится. Ну вот, вроде и все посмотрели, все показали. На телефон не было, как выбирать. Надеюсь, вам было интересно, и мы смогли удовлетворить и ответить на все ваши вопросы. Ну вот, вроде бы и все. Показали, что купили, что смогли и рассказали. Сейчас будем все пробовать. Надеемся, что вам было интересно. Ну, вы задавали вопросы, и мы, надеюсь, на них смогли ответить и показать все, что вы хотели. Задавайте новые вопросы, будут новые ответы. Вы были на канале «Наша жизнь в мире». «New Life is my life». Всем хорошего настроения, хороших покупок. Бай-бай. Пока-пока.